Всем добрый день! Вы на канале Пасека Батьковичей. Ну что, вчера мы приготовили смесь белковую на основе муки, перца, горчицы и сухого молока. А сегодня мы решили модернизировать эту смесь. Почему? Потому что в интернете встречается много рецептов. И один из этих рецептов — это соевая мука. Вот. Сегодня мы ее приобрели, заказали новой почтой, она нам пришла. И мы эту смесь будем обогащать еще горчицей и красным молотым перцем. Смотрите, берем рамку. Я почему беру такую рамку и обшиваю ее изолоном? Потому что она получается такая своего рода емкость. И я могу на ней смотреть спустя там какое-то время, что осталось. Так вот, вчерашняя смесь пчелы съели буквально за 2,5 часа. Итак, берем горчичку, скрываем. О, пчелки уже услышали запах знакомой подкормки. Ля-яки, а? Бачьяки. Итак, объясню для чего, пока я вот высыпаю эти кучки наших ингредиентов, для чего мы это делаем. Дело в том, что сейчас тот период, когда надо вызвать яйценоскость у матки. Сейчас у нас на улице температура плюс 18. Сегодня у нас предпоследний день марта. И матка должна начать сеять яйца. У нас были хорошие мартовские морозы, у нас даже снег был, у нас порывы ветра были, мороз спускался до минус 15, но последние буквально дней 10, Бог миловал, погодка нормализовалась. Еще нормализовалось бы все события, которые в нашей стране проходят, и война бы остановилась, но даст Бог, победим. Так вот, берем, высыпаем, и сейчас будем помешивать это все. Для чего? Для того, чтобы красный перец, я даже на пасеке своей, уже, наверное, на протяжении лет 5, когда на своем огороде выращиваю красный стручковый перец, я его разрезаю вдоль и ложу наверх рамочек. Почему? Потому что витамины пчелам полезны. Это те же живые существа. Они наши помощники, их надо поддерживать. Итак, вы видите, за счет перца горчицы смесь получилась такая буровато-желтая. Это наш кот, пасечный друг. Мы его все очень любим, и это наш помощник. Итак, смесь мы подготавливаем, разравниваем. Где-то получилось... О, брат, ты пришел помочь? Хе-хе, пирожуля ты моя! Это наш талисман, это наш третий пчеловод, наш третий командный игрок. Смотрите, вот получилась вот такая вот смесь. Видно, да? И тебе пирожок видно. А сейчас мы пойдем и поставим ее пчелам. Пойдемте со мной. У нас есть вот прикормленное место. Мы его вот так вот подставим сюда. И вот смотрите, вот уже первые пчелки, вот. Мы даже в реальном времени это покажем. Вот, первые пчелки уже садятся. Пчелы-разведчицы. Еще что хотел сказать, ребята. О, уже есть укус. Хоть в Украине пчелы не кусают, пчелы целуют. Ну что, ребят, всем спасибо. До встречи. Прошел час. Результат налицо. Походу, гусю что-то прилетело.